Hello, hello. Didn't expect to see you there. We've had a call of a disturbance. Me and my colleague. Shoot him, he's got a knife! Вот так и работает полиция, быстро и профессионально. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Police Response. Вышло уже несколько обновлений, разработчики поработали над оптимизацией и также над графической составляющей. И вроде как новый контент тоже появился, и в скором времени добавят еще больше новых сценариев. Уже сейчас появились вроде как новые сценарии, ну или по крайней мере измененные. Пока трудно сказать, конечно, но этот молодой человек сразу на нас с ножом напал. Да, и теперь заметьте, у меня нет каски. Это разве это не здорово? Может быть, ее можно, конечно, вернуть, но наконец-то не мозолит глаза, вот как ему. Наверняка он сейчас не видит ничего абсолютно. Так что, ну, неудивительно, что он мне не помогает. Он только помочь гораздо словцом. Интересные у вас игрушки. Видимо, сценку разыгрывали. И смотрите, что это здесь, дамы и господа. Вот такая вот пасхалочка от разработчиков. Спасибо им. Но очень приятно, когда разработчики добавляют какие-то пасхалки и так далее. Разберемся спокойно, без лишних движений в ситуации. Я вас практически не слышу, потому что я забыл включить погромче звук. Но я уверен, что к мирному решению мы можем очень быстро прийти. Кстати, замечательный автор портрет вас в профиле. Просто прекрасный. Шляпу, видимо, он не оставляет ни на секунду. И сзади, смотрите, еще какой-то господин. Посматривает, нервно посматривает по сторонам. На всякий случай подготовлю руку на электрошокере. Вторая рука на пистолете. Но продолжает жестикулировать, размахивать руками. И самое главное, показухой какой-то заниматься. Так, судя по всему, по рации что-то передают, но я уже вообще ничего не могу разобрать, если я пытался еще настроить свои уши, как кролик. Да, второй тоже возмущается. Так, сэр, подождите, мы закончим сначала с этим господином, потом мы с вами поговорим обязательно и выслушаем вас. Сначала дайте нам немного минутку времени буквально, чтобы разобраться в проблеме. Поступил вызов все-таки. Нет, что-то здесь явно происходит. Так, он нервно дергал рукой. Я видел, как он тянулся, возможно, за пистолетом. Смотрите, у него как будто на шортах кобура. Это же в конце концов ковбой, и здесь почти Дикий Запад, по крайней мере, он так считает. Но он продолжает нам что-то рассказывать. Возможно, будет мирный исход. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но это симуляция дыма, вы только посмотрите, насколько в графическом плане шикарно. Уделал, похоже, он нас. А сзади у него болельщик личный. Неудивительно, у каждого ковбоя есть личный болельщик, который подакивает. Подсос какой-то получается. Так, он продолжает задвигать телегу. Целое выступление у него, целое шоу, сделал из этого шоу. Вы видели, он подпрыгнул? Я слежу за тобой. Пистолет наготове, и шокер тоже. Но пока что он не предпринимает абсолютно ничего. Лишь только своим томным взглядом, хотя вряд ли он что-то за козырьком шляпы видит, как и наш помощник. Так, вот это интересно. Видимо, я все-таки должен был выхватить, например, электрошокер и арестовать этого господина. Я сейчас погромче сделаю, чтобы вообще понимать, что к чему, что вообще, черт возьми, происходит. Чтобы в случае чего нарушитель был задержан. Так, все, дружище, сейчас будет абсолютно все по-другому. Снова их двое, что у него между ног, он как будто в штаны навалил. Надеюсь, что это не так, но диван у них классный. И снова эта картина. Это законно бочку хранить дома с горючим? Так, спокойно! Я предупреждал. Кажется, он обделался. Зарядов на всех хватит. Все, успокоились. Боже мой, как его скрутило. Он немного приподнялся даже. Офицер, мне кажется, нужно их арестовать, как вы думаете. Или еще посмотрим, как они мучаются. Видимо, посмотрим. Да, замечательно. Великолепно справились. 29 лет. Рекорд я, конечно, не побил, еще не скоро побью, скорее всего. Так, ладно, все. Разминочка небольшая была совершена.
Все, теперь смотрим внимательно, наблюдаем и самое главное слушаем. Принеси какая картина. Just responding to report of a disturbance at this location. Is there anyone else here? I got a joke for you. What smells of pork and just can't help getting the rounds in? A police officer's chest. Do you like that one? Самая быстрая рука на Диком Западе. Но он выхватить хотел второй пистолет, я видел. Колено ему на всякий случай прострелю, чтобы он еще коленом меня не попытался убить. Хух, вот это было напряженно. Действительно, чувствую себя на Диком Западе. Ковбой был прав. Ковбой был прав, мать его. Итак, следующий сценарий. Но по-прежнему, несмотря на то, что все эти сценарии так или иначе были в игре, теперь просто добавили второго персонажа, так или иначе они рандомны и действительно не знаешь, чего ожидать. Ой, боже мой, что это за звук был? Это уже посттравматический синдром, видимо, в моей голове. И в плане оптимизации действительно все получше стало, все супер плавно, но при этом нельзя теперь изменить настройки игры. Они стандартные, одинаковые для всех. Я вижу изменения также в визуальной части коснулись, не только графической, а именно в плане одежды и так далее. Господин, мы так и будем молчать? Сэр? Пытайтесь объяснить, что здесь произошло. I'm gonna chin ya. Тайзер, тайзер. Так, второй вроде хлопает, ему понравилось представление. Тайзер применен. Держу второго на мушке. Он встал. Не вставайте, сэр, сидите на месте, твою мать. Я немного промазал, к счастью, он довольно далеко. Попал? Да, попал прямо в щеку. Да, все нормально, офицер, не беспокойтесь. Я понимаю, вы так ничего не увидели. Но я не получил ранений, никаких травм. Все замечательно. Мы можем продолжать. 27 уже. Отлично. Но рекорд, я думаю, мы точно не побьем. Что-то не могу сосредоточиться. Понимаете? Проблемы с женой. Я не знаю, она хочет уйти от меня. И взять с собой ребенка. Но я облегчил ей ситуацию. Да, порой нужно быстро реагировать и не отвлекаться на личные дела. Потому что на работе ты совершенно другой человек. Так, ладно, все, сосредоточим теперь. Теперь они смотрите в разных местах даже. Прекрасный каминчик. Один что-то руки уже поднимает, я думал, он сдается. Смотрю, наблюдаю. Держу на мушке. Взгляд прикован к его прекрасным шортам. Он завораживает просто зрелище. Так, стоит. Переговоры. Жалко, конечно, субтитров по-прежнему нет. Добавить бы субтитры. Какое-нибудь маленькое окошко. Чтобы я мог видеть, о чем они говорят вообще. Потому что я могу понять пару слов, но они то тише, то громче. Регулировать постоянно приходится. Озвучка, конечно, безупречная, просто великолепная. Так, говорит, стой подальше. Ну, возможно, стоит его арестовывать, но я пропустил часть диалога. По-моему, он сказал, что вы подвыпивший. Говорит, что хочет надрать нам задницы. Мне кажется, это угроза, это прямые угрозы. Сэр, может вы успокоитесь, может прыснуть ему баллончиком, как вы думаете, он выглядит максимально агрессивно. Ну-ка, давайте попробуем. Успокойтесь, сэр, успокойтесь. Мне кажется, мы справились, он угомонился. Я готов сдаться. Теперь мы диктуем правила. Но, похоже, я зафейлил. Да, нужно знать меру, не превышать полномочия все-таки. Но он выглядел так, как будто хотел нас убить. Убить, вы слышали эти угрозы? Эти угрозы в адрес полицейского. Эти оскорбления бесконечные. О, сзади, кстати, никого нет.
Так, возможно, он сейчас побежит очень быстро. Я подальше на всякий случай отойду. Пытаюсь прочитать надпись на шортах, но, пожалуй, не буду отвлекаться. Он уже сжимает кулаки. Снова ситуация повторяется. Опять как на Диком Западе. Найти разноцветные шнурки защитника ЛГБТ не иначе. Изящные усы. Я могу только лишь описывать нарушителей и вообще жителей. Там кто-то есть! Еще один! Вот это неожиданно, врыв просто. Все это время его подельник, приятель ждал сигнала за этой комнаты. За этой комнатой, но все были ликвидированы в срок. Так, это действительно интересно. Это что-то новенькое, такого мы еще не видели. Но еще разработчики планируют добавлять все новые и новые сценарии. Ну и я думаю, это, естественно, только разнообразит геймплей. Так, дверь закрыта. Надеюсь, из домика еще карлик никакой не выбежит, из-под дивана не вылезет никто. Красный молодой человек. Он сдавался, кстати. По-моему, все-таки он через стену прострелил. Я не понял, что это за шутки? Он дернулся еще. Может быть, это какие-то ролевые игры? Скорее всего, так и есть этот кожаный обтягивающий костюм. Так, ну я надеюсь, он не будет нас передразнивать. По крайней мере, кепка у него абсолютно другая. Это не британская полиция, хотя не знаю, может быть и британский патрульный какой-нибудь. Сложно сказать, но лучше руки держать наготове. Картины, конечно, невероятные. Интересно, кто их рисовал? Какие-то художники, которые им помогали, или сами разработчики? Потому что творчество это красивое. Тайзер, я готов тайзер применить, сэр. Не вставайте, сидите там, где сидите. Отлично. К счастью, это не превышение полномочий, но все-таки он с ножом на нас смежил. Были случаи, когда в юную девочку стреляли, когда она с ножом бежала на полицейских. А это явно не девочка. Так что ни тоски, ни жалости. Хотя при чем здесь тоска? Блин, как же они нервно дергаются. Как будто хотят упрыгать или провалиться. Так, я понял. Тайзер применен. Куда-то в руку ему попал, хотя целился абсолютно противоположную, в другую, точнее, сторону. Чуть-чуть повыше. Блин, офицер, может быть, вы перестанете пиариться в чертову стену и начнете уже мне помогать? Какие-то сигналы хотя бы подавать. Да, порой мы близки к тому, чтобы договориться. Еще один клоун какой-то выпрыгнул. Клоун, немедленно стой, прекрати это дерьмо. Похоже, он в подвале держал клоуна на всякий случай. Хитрый сукин сын, он все предусмотрел. Клоун в подвале. И забалтывание нас. Но тем не менее мы справились. Да, этот сукин сын действительно все продумал. Так, надеюсь, сэр, у вас... Ой. Прошу прощения. Нет клоуна в той комнате. Leaf collecting gloves, and I'm sure they're dumping them, just so that I have to pick them up. That's not an offense. No. Что за уф был? Сэр, лучше не подходите, спокойно. Well, хорошо, что теперь работает сброс оружия, и оно никуда не исчезает. А то раньше, если вы выхватили ствол, то он... Есть шанс того, что он исчезнет. Так, ладно, но он в непосредственной близости от нас. Опять начинает какое-то застенчивое поведение. Показывать, говорить, что он не прав, на самом деле погорячился. Но все это, чтобы запутать нас и обвести вокруг пальца. Я-то знаю, так что я, как всегда, бдителен. И готов выхватить ствол. Так?
Замер. Все нормально, извинения принимаются. Может быть, задержим ее? Пока не поздно. А, все, конфликт разрешен, да? Вот так вот и бывает тоже. Удивительно, удивительно, но я справился. Хотел потянуться за электрошокером на всякий случай. Но это жаркая, конечно, перестрелка была. Я слежу за вами. We're just responding to the call.